почему одни дети травят других? Как нужно действовать, если ребенок подвергается издевательствам со стороны сверстников или становится свидетелем этого? Каким бывает буллинг и как рассматривается данная проблема действующим законодательством? Разъясняет заместитель прокурора железнодорожного района города Самары Сергей Анакин. Смотрите программу «Прокурор в теме» 25 ноября в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».